Всем доброе утро! Скажи всем доброе утро! Мамка меня запеленала зачем-то, не пойму зачем. Да? Скажи всем привет! Ты застеснялась? Ты моя конфетка. Забавно. Где вы были? Ну, как бы, где-то между адом и Пакистаном. Да. Где мы только не были. Мы забрались на самую верхнюю гору туда. Это ужасно. Там витрина. Ну, прикольно. Мы, наверное, 6 или 7, да, наверное, 8 или 10 зайцев видели. Вау! Вы такие чёрные, жесть, вы загорели. Ну, мы на телефон маленько снимали. Там тоже нормально. Там хакинг, там на великах катаются. Вот кого мы там видели, это... Кого мы там видели, так это мы на хайкинге. Только велосипедиста одного. А, вот она, по скалам прям спускался. Как радуюсь. Бабочка пришла. Жесть, вас не было очень долго. Ребят, всем привет. У меня есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Чем с плохой? Плохая новость. У меня сломался компьютер. Я не могу работать. Это просто компьютер, это все. У меня там вообще все лежит на этом компьютере. Я не делал никаких бэкапов уже 100 лет. Вот как купил его в апреле, так и ничего не перезаливал на вообще никуда. То есть у меня все хранится на том компе. Просто ужас какой. Ну, блоги, конечно, я могу монтировать на ноутбуке, как с этим нет проблем, но все остальное там, блин, это жесть. Я его отвез сегодня с утра в сервис, и мне сказали 2-3 дня на диагностику. Хотя я уверен, там, ну, диагностика занимает, конечно, там час делов, но у них там очередь, все дела. И, короче, ждать на 2-3 дня. Потом они скажут, что у меня сломалась видюха, скорее всего. Я так думаю. И надо будет ее отправлять в Калифорнию. У меня еще есть гарантия 2 месяца. Всего год гарантия на все части. Надо отправлять ее туда, она будет идти несколько дней, потом они там будут еще 2 недели разбираться, ой, там, заменять, типа, проверять. Тоже, наверное, там очередь дикая у них. Потом обратно идти. Короче, я чувствую, блин, месяц без компа, это просто как бы жесть. Я вообще не знаю, откуда все восстанавливать. У меня там все программы, все данные и все остальное. Надо делать, короче, бэкапы, ну, типа сохранять все, наверное, раз в месяц куда-то, все самое важное, чтобы всегда был доступ к этому. Короче, я в полной печали. Да, вот поплакался, короче, 1,5 минуты. А хорошая новость, мы пришли в бассейн, вы могли уже догадаться. Бассейнчик красивый, такая голубая водичка, все очень красиво выглядит. И настроение чуть-чуть, знаете, как в Симиках. Ходишь, весь такой красный, стрёмненький. И вот до оранжевенького, конечно, поднялось чуть-чуть. Вот. И мы сейчас будем жарить барбекю, проверили. Это еще одна хорошая новость, работает газ, все хорошо. И вот она, мяско, там овощи, все дела. И папа тут как бы, ну, красавчик, чистит грильку, пока я снимаю. Вот. И что? Мы сейчас, короче, начнем это все делать. Женская половина еще дома тусит. И они придут, и как бы тут все готово. Вот. Давайте потрогаем водичку. Интересно, она какая сегодня. Я уверен, градусов, наверное, 15. Ура! Просто как в кусок жидкого льда ты за руку суешь. Хотя знаете что, на следующей неделе обещаю 22 градуса. Даже 26. Представляете, 26 градусов. Но вода будет все равно ледяная, потому что ночь холодно. Вот. Такие пирожочки. Ладно, я, короче, пошел там заниматься мясом. Вот наше замаринованное мясцо. Потом еще покажу. Еще здесь, знаете, как неудобно, что работает этот телек. Он никогда не работал, никогда не был включен. Здесь никого нет на бассейне. Зачем они вообще его включили? Они что-то там на заднем фоне лялякают, как бы вообще ни к селу, ни к месту. Вот есть такие диванчики. Такая, знаете, лаунж-зона.
В общем, вот такой видит бассейн. Наш, ну, большой. У нас есть маленький бассейн, но там не очень. Как бы нормально, но не очень. Вот джакузи работает, все дела. Тут водичечка, можно там руки помыть, овощи, фрукты. Еще одна грильница, кстати, мы ее не проверили. Может быть, на ней было бы лучше жарить. А, там нету лепешек. Она, короче, не работает. Там нужны быть такие специальные железные, короче, кругляшки. Вот, папа думал в джакузи как бы посидеть, но я не уверен, на улице градусов 13. Еще такие вот у нас тут лежачки, в общем. Раз, полубассейн. Ну, здесь мы летом будем купаться, когда станет потеплее. Такой вот, в общем, здесь никогда никого нет, кстати, особенно, ну, в будни. В выходные-то, конечно, тут все грильницы заняты, все отдыхают там семьями. А в будни вообще никогда никого нет. Вообще классно тут. Кто это? Ну, что делаете? Я тут почитала ваши комментарии и немножко расстроилась, что все-таки не все у нас подписчики такие крутые, адекватные, как я думала. На самом деле, вот мы с Пашей и тем более наши родители, и его, и мои, мы очень простые, мы искренние, мы не придумываем на камеру, там, не знаю, не корчим из себя кого-то. Мы такие, какие мы есть, но мы настоящие. Я не знаю, как по-другому выразить мысли. Не пытаемся быть теми, кем мы не являемся. Это совершенно нормально, что мы кому-то не нравимся, кому-то нравимся и еще что-то. Но когда люди нарушают наши личные границы, когда они прям вот, ну, лезут, обсуждают, а точнее даже осуждают, я всегда вообще удивляюсь, потому что для меня это ненормально. Для меня, я считаю, что это низко. И как-то в последнее время этого очень много. То людям не нравится мое платье, которое носить мне, не вам, носить мне, если оно мне нравится. Почему? Почему оно должно нравиться вам? Совершенно нормально, что кому-то что-то не нравится, кому-то что-то нравится. Потом про стулья. То же самое. Эти стулья купила я, они мне нравятся. И мне на них сидеть, не тем, кому они не нравятся. Если мы блогеры и снимаем нашу жизнь, это не значит, что все могут в нее вмешиваться, раздавать нам советы, как нам жить, что нам покупать, на что нам тратить деньги или еще что-то. Я вообще не понимаю, почему такое происходит. На самом деле, я рада, что вот этот процент людей, которые не знают ничего о личных границах, он очень маленький. И у нас все-таки большинство людей нашей аудитории, вы настолько адекватные, что, ну, блин, я очень люблю читать комментарии, в основном, чаще всего. Мне очень часто вы пишете в директ что-то приятное. Я это очень люблю, и когда есть какой-то вот от вас фидбэк положительный, то я вообще с удовольствием снимаю, у меня отличное настроение, я на камеру там, не знаю, болтаю, что-то снимаю, вам показываю. Даже несмотря, если что-то не так, что-то не ладится в жизни или еще что-то. Ведь мы еще снимаем вам только какую-то маленькую долю и, ну, как-то стараемся снимать что-то положительное. Никогда никого не грузим какой-то лишней информацией. Хотя, ладно, Пашка иногда любит поболтать всякую фигню. В общем, что я хочу сказать. Не надо нарушать наши личные границы. Я не заморачиваюсь никогда насчет комментариев в плане того, что, блин, вам не понравилось платье, что делать, я его пойду сдам. Нет. Я буду носить его с удовольствием, потому что оно мне нравится. Да и начнется, я не знаю, что в комментариях сейчас после этого. Ну, я буду банить. Я буду банить, потому что мой блог, мое пространство. Зато со мной будут мои люди, которые меня понимают. Еще есть такой момент. Мне кажется, люди иногда забывают, что мы настоящие. Мы не какой-то фильм, сериал. Что мы такие же люди, как вы, обычные. Мы можем утром просыпаться не накрашенными, с грязной головой, что нам не обязательно быть всегда, прям, не знаю, при параде, что я могу пойти в трениках до магазина, а не на каблуках или, не знаю, не накрашенной. У нас совершенно обычная, как бы, жизнь, такая же, как у большинства из вас. Дочу, доченьку, доченька, ты чего не спишь? Уф. Смотрите, как красиво все это выглядит. Это сырок мексиканский. Это один грибочек не влез, но там грибы в фольге. Вот. Ну и мясо. Чудо кусочек осталось. Сейчас, наверное, их выложу. Сейчас сделаю себе вот такие гренки
сухари, грубо говоря. Вот. Выглядит прям очень-очень-очень-очень вкусно. Ну, мы уже тут начинаем пробовать потихонечку, и вроде даже вкусняшечка получается. Вот грибы, кажется, подвздулись, надо их уже убирать. Мне потому что постоят. Точно? Угу. Потому что вот этот уже, мне кажется, все. Сыр мы уже убрали, где он? Покажу. Он прям начал вытекать из фольги, но это как бы норм. Он прям хорошо там приготовился. Прям такой, знаете, горяченький, офигенный, короче. Сырочек. Очень вкусно. Даже попробовали. А, кстати, Стася и Дима так делают. Мне ну так понравилось, смотри. Делаешь комбинейшн, и вообще вкусно очень. Еще вот огурчик с помягкой. Вкусно? А кто это проснулся? Ты моя конфеточка сладкая. Что такое? Ты проснулась, тоже хочешь мяска покушать? Нет? Папа чушь какую-то несет. Ты только жидкую пищу потребляешь. Да? Как ты спала? Нормально? Купаться пойдешь в бассейн? Спала 20 минут. Через 20 минут спала. Пойдешь, как ты спала? Нормально? Купаться пойдешь? Пойдешь купаться? Ну все, застегни, пожалуйста, нас маленечко. Почему я тут куда? Хотя здесь нет ветра. Угу, так, чуть-чуть. Ну, мы хорошие. Ходят слухи, что попахивает это все враньем. Как враньем? Ты что, смотри, я посчитываю. Ну это же не считается. Сейчас кокушки калеют и все. Кокушки? Ой, нет, блин. Ну слабенько, слабенько. Ты еще знаешь, когда же этот судорогой сводит ноги? Реально? Я говорю, ты как в жидкий лед заходишь. Может, здесь потеплее? Ну, возможно. А, чуть-чуть, на пол градуса. На пол? Надо было взять градусник, померить. Вообще колевают ноги. Ну-ка там, может быть там. Я же не мож. Не, вот кипяточек. А вот тут кукушки сварятся. Вообще кипяток. Да вам привыкнете. Все, вы реально купаться? Неплохо. Кайф. Это кайф. Мама. Везет. Раздевайся. Не, я что-то как-нибудь это потеплее, когда будет на улице. То вылазить-то не захочется. Так, нормально? Нормально? Да. Классно? Классно, сейчас смотри. Опасный очень трюк. Очень опасный. Ой-ой-ой, мне аж мурашки по телу. Ужас! Кошмар! И обратно давай. Аж все мышцы сводят. Обалдеть. Папа в плавках. Папа в плавках. В одних и тех же. Надо купаться же. Нет, нет, надо нормально купить купальные плавки. Что ты в шортах-то залез? Купальные стринги? Деревенщина, блин, сочинская. Я смотри, какие тут красивые. Зелененький. Ну давай, дожди, конечно же, дожди. Малыша. Должна спать, но не спит. Я хочу с вами тусить, да? Вы не спите, а я что, должна спать тут? Кушайте, я что должна? Шапочка. Вот это контраст, как бы мы в куртках, кофтах такие гуляем. И здесь как бы папа загорает, лежит. Нормально вообще. Мы уже пошли домой на самом деле. У нас уже вечер. Мне пришлось у родителей ликвидировать ноутбук. Они за ним сериалы смотрели, это мой старый. И тут, короче, организовать себе новое рабочее место. Второй монитор стоит на полу. Вот, и я такой, короче, выхожу к ним сюда, а они здесь смотрят «Анатомию Грейс». Я такой думаю, блин, почему там актриса одна, вот эта, нет, не эта. И не этот. Да, блондинка, короче, думаю, что она там делает? Как странно. А оказывается, это третий сезон. Четвертый? А там их там штук 19 сезонов. Сколько? 15 сезонов, как бы.
Я где-то на 10-м стопорнулся и уже думаю, так, все, мне это надоело. И Катя без меня там сделала. С тобой не разговариваю! Паша издевается над родителями. Он рассказывает ему, просто полсериала уже рассказал. Просто полсериала рассказал. Вот это что, это дочка выбора? Да успокойся! На самом деле он всякую фигню сочиняет. А он рассказал уже, как зашел такой. А, нет, ну у нас папа любит рассказывать все сериалы там или фильмы. А вот это там то-то, то-то. В общем, на самом деле папа любит спойлерить. Папа теперь, Паша теперь издевается над ними. Ну да, он шутит. А папа может зайти в комнату. Ой, так он что, еще жив? Да, он сколько умрет? Мы такие, пап, да мы же еще не знали. Не смотреть этот сезон, он скучный. Да, да, да. Да. Что? Ужас. Будем с вами уже прощаться. Всем хорошего дня. Увидимся с вами завтра. Пока-пока.